Доброе-предоброе утро. У меня тут песни с утра, живой голос. Ну, блин, а что ты выключаешь? Я не могу без музыки. У нас маленькая-маленькая проблемка. У Лены замерзла незамерзайка. Мы сейчас едем на мойку, мыть обе машины и оттаем незамерзайку, выбрызгаем и нальем туда новую. Номерочки чистые. Да, она у тебя чище, чем моя. Сейчас будем прогреваться. Мы же не будем показывать, если ее там нет. Спереди затонировано. Сейчас помоем. Это где он? Тут думаешь, я соображу? Ага, нашел, все. У меня салфетки есть, если что. Так, ты не морайся. Ну, я уже поморалась. Подожди, я палку найду. Выше? Ниже? Два кадра, ты посмотри на меня. Ну-ка. Лена, ну ты зачем моралась? Ее тут, конечно, не будет видно. По-моему, так там пусто. Может быть, чуть-чуть чего-то налить, проверить? Будет она работать, нет. А лампочка не горела? А, надо масло еще проверить. А там не горело у тебя лампочки никакой? А что за красная губка там внутри? Это специально? Специально? Чтобы не болталось. Нет, масло все хорошо. Не горит у тебя на панели? Что нет? Вот это надо купить, попробовать. Оттаять ее, залить. Раз ты говоришь, сыновья ее не покупала. Ой, ну, с покупки. 2006 года не покупал. Дольем просто и все туда. И она разбавится, либо заработает. Тогда твою на мойку и поехали за незамерзайкой. Че, опять в таком же темпе? Вдвоем? Выше. Да. Запускайся. Я тебе достала салфеточку. Так надо сама первая протерла. Убери, пожалуйста, рюкзак. Спасибо. Такая вежливая, капец. Сама вежливость. Так, все, мы на мойку сейчас посмотрим. Может быть, на мойке можно купить незамерзайку. Если нет, оставляем Лене на машину. Занимаем очередь, так как сегодня понедельник, там, наверное, будет народ. И едем до заправки покупать незамерзайку. Потом, ребята, у нас сегодня встреча с Хачухой. Она у нас в Питере. Приедем, поздороваемся. Не видались мы давно-давно, года полтора, наверное. Мы в Новосибирске с ним только увиделись. И завтра еще одна будет встреча. То есть пока тайны открывать не буду. Завтра у нас еще одна такая встреча с блогером. Такая неделя у меня... Встреча с блогерами. Блядь, по-моему, очки у меня грязные. Нет. Поехали на мойку. Блядь, грязно на улице, мы моемся. Замечательно. У Лены один фонарь не горит. Ближнего света правый. Будем менять. Надо посмотреть, что за лампочка и заменить. Правая не горит. Вот так вот. Чиним потихонечку. Приводим Lancer в идеальное состояние. Да он и так в идеале. Там все, то есть по технической части все замечательно. Такие мелкие поломки будем. Будем их по мере поступления решать. Вот. Сказал. Берем талончик. 3 часа можно, короче, на парковке быть. Бесплатно. Да не, народу нет. Хорошо, отлично. Даже один бокс свободный. Уточним по незамерзайке. Если что, Ленин сразу загоним. Менять будем. Да чё такого? Так, незамерзайка на мойке есть. Сейчас будем доливать и посмотрим лампочку. Откроем, что за лампочка.
тяжело ли она открывается. Стенка за меня встанет. Она у нас, по-моему, ну, и дальний, и ближний здесь. Сейчас мы будем смотреть, посветим. Ну, вроде как пока все просто. Держи. Пока вроде как все просто кажется. Тут у тебя сигналка, просто эта штука стоит. Нам еще с тобой сегодня идти одеваться. Сейчас приплыв туда грязный. Так, готово. Смотрим теперь. Да, вот видишь, Лен? Лен? Смотри. Вот видишь, должна быть нить целая вот в этой фигне, в ближнем. Она у тебя сгоревшая. А дальнего целая. Вон она, видишь, катается? Пружинка. Так, нам только через полчаса. Мы поехали пока за лампочкой. А ты обувь не будешь брать перебывать? Потом? А? Обувь не будешь брать перебывать? Потом. Потом? Нашли магазин на районе, я даже не знал. Пойдем узнавать, есть ли лампочки. Должны быть. Прибыли. Сейчас, наверное, мою сразу поставят. Так, да, ребята, нашу ставят. Мы пока будем Ленечку менять лампочку. Тут через два захода захожу вот так вот. Аккуратненько. Чик. Красивенько было. И потом Ленкину. Так, показывайте, сколько нам там ехать. Будем вставлять. Откидываем эту железку и вставляем. Проверяем. Все, отлично. А дальний попробуй. Да, горит, все. Все, Ленку тоже поставили. Мою уже домываю. Нашу помыли, Ленину моют. Все, поедем парковать. Незамерзайку удалили, влезло 2 литра. То есть замерзшая получается. В бачке, может быть, и отошла, пока машина была заведенной. Но, скорее всего, в каналах к самим форсункам замерзла. Сейчас проверим, будет работать, нет. Вот у нас и Ленку помыли. Чистая, чистая. Поехали парковать машину. На моей поедем. Поехали. Какая на улице погода. Ёлка, здесь брызгается? Той? Все, да. Отлично. Здесь типа дэйла? Да. Гаечка? Мне там мазута опять залезла. Это, говорит, мазута какая-то. Дворники чинила. Какая ты скромная на телефон, только телефон включается, все. Ну, потому что я не привыкла. Без телефона это пиздец. Коля, так, это, смотри. Нет, смотри теперь сюда. Теперь это, а давай мы с тобой это, а давай мы это. Слушай, вот тут ты не прав. И, ну, в общем, до 4 утра не спать. Это просто пиздец. Да, едем аккуратно, потому что грязно. Так, песик прицеплены? Привет, привет! Вроде как прицеплены. Песик наш. Хватит отдыхать! Хлебом, солью, каляна надо. Вы что заходите? Привет, привет, братка. Очень рад знакомству. Землякам привет отдельный. Привет. Ну что, показывай свою. Да что показывать, эти брахозяева не приехали, что-то подставляют нас. Сейчас 4 приедем. Будем запускать? Ну да. Зато в ней уютно. Ой, она вся обшитая. Не, класс, две спалки. Какого он года? Какого он года у тебя? 89-й. 4-ю машину собрался покупать, Стралис. По ценнику не сознается сколько. Сейчас будем запускать ее пробовать.
это самое приличное, что было. Мне бы вот это, а, да? Чисто свою купить. Сейчас Леха будет заезжать, будем прикуривать. Сейчас я с ним прокачусь. Вот аппарат. Можно с вами прокатиться? Скажи мне, зачем тебе такие автомобили? Ты мазохист? Да. Четвертую покупаешь? Да. Но я ее не покупаю еще, я не знаю, как она. Сейчас прикурим, просто заведем, посмотрим. Я ее уже придумал. Боже, апулька, блин. Ну смотри, как выглядит это и как выглядит это, она. Есть же разница? Да. Это, блядь, жабулька 115 раз пизжи выглядит. Что? Бля, так работает. Запах, прикинь, КамАЗа. Ну, с солярки. Просто глушитель прорвало и, блядь, через печку. Да я не удивлен. Когда едешь нормально, когда стоишь хреново. Вот здесь можно угореть, нахуй, когда стоишь на месте. Пошли прикуривать. Так, че, Серег? Все. Как он работает? Канал Хачука, ссылка будет в описании. Деньги давай! Деньги давай! Видишь, я танцую, блядь! Тебя посмотрим. Плюс-минус не перепутай. Шутим, мы друзья. Вы в Новосибе, да, виделись, по-моему, все? Да. Да, у меня все готово. А попробуй. Подожди, подогрев, подогрев. Как КамАЗ, запах. Евро 0 не превышен, да? Нет. О. Да, алло. У кого, ребята, есть старые тягачи, обращайтесь, пишите в комментарии. Как этот надо, как назывался? Автоателье Хачуха, бля. Не, знаешь, починит ваши дровишки. Нет, такой, а вы чем за ним? Бизнесмен, у меня 4 фуры своих. Свой парк. Да. Мы пытались сегодня найти какой-нибудь плюс здесь, не нашли. А сейчас нашелся плюс? Нет, не тот, не на аккумулятор. Плюс в машине. Что здесь хорошего? Нифига не нашли. Кроме резина. 4 баллонов на ведущей оси. Ну а так она сухая, все, кардан, флянцы. Мне еще не подали. Сейчас опустится, посмотрим. Если верх сдвижной, было бы хорошо, конечно. Блять, было бы стандарт, хоть бы. Да ну-ка нафиг! Молодец! Запуск на месте, ребята, машина стоит. Ну, Лёха, это Лёха только. Да, блядь. Делай телефон, блядь. Ужас. Сейчас папа Лёша будет тоже снимать. Ужас. Да как он спит спокойно, я не могу понять. Фу, блядь, там всё задымилось. Посмотрим сзади. Собак нет, чтобы меня тут не укусили? Тут сзади всё горит. Вместе с прицепом, короче. Я бы купил такой автомобиль, потому что я бы это все начал делать, блядь. Все равнять, чтобы было все ровно. Там выравнивать ручки. Но не надо. Что, резина у нас? Нормально, на подушках прицеп. Этого нет колеса. Спереди тоже. С той стороны посмотрим. На оси на задней, он говорит, нормальная резина. Ну ладно. А тут я не увижу, как нам проходить. То есть жабуля, Мерседес 89 года. Какая третья машина, я не знаю. Фу.
Добраться. Помидор. Мерседес. Что там? Коуч. Макаров 178, тоже блогер. Встреча блогеров. Все блогеры, все вместе. Я не блогер, если блогером считаю. Ну, считаешь, я блогер? Yeah. Патрубок даже не порвал, он просто слетел, и вот в башке льда. Сейчас будут расцеплять голову, утаскивать в теплый бокс, там все сливать. Че, радиатору нихуя? Слушай, ну вон смотри, тут сыра капли. Вон видишь весь, да, с сотом, да, пизда. Да, да. Я и говорю. Далеко ездить-то вообще на ней? Да? Отчаянный, точно. Ну что, тяжело быть частником? Конечно. Куда ты самое дальнее на ней ездил, расстояние? Блять, я уже здесь. На ней? Не, на ней-то мы тут по двору катались. А на Жабуле? Вот, да, до юга и обратно. На Жабуле мы уже все воскресили практически. Только за Урал еще не ходили. На Урал ходили. Все горки взяли там, холмики, считается. Ну запустилась она, короче. Вариант такой, сейчас угонять тепло, сливать все. Сдалека красиво, вот, рядом. Греться, ноги замерзли. Сейчас с ребятами попрощаемся и поедем домой, да? Все у нас сегодня. Да-да. Ой, к вечеру. Мне задали такой вопрос интересный. Ты в Грозный поедешь? На Жабуле? Да. Когда? Не, можешь на Мерседесе поехать? Прямо сейчас. Выбор. Не, продумаем, короче, продумаем, да. Ты потом уже повезтишь. Еще у нас еще под вопросом, грузить ли нас будут или нет. Мы же думали, сейчас ебать мы тачек поставим, 4 тачки, как поедем. А тут тачку, ее надо на трос цеплять, тащить металл. Что можно? Вода, блядь, воздух замерз. Ребята пообещали угнать ее в сервис, за неделю ее... Не, они здесь сами ездили. Здесь, да? Все понятно. Но... Так, все тогда, будем прощаться? Давай. Вам давай. Процветания. Колян, рад спасибо, был видеть. Давай. Мы полетели отдыхать. Все, всего хорошего тоже. Пока-пока. Давай. Че она там смотрит? Все, мы попрощались со всеми. Сделали фотки и вперед. Когда увидимся еще? А, приедете же за машиной. До Нового года. На Грозный же поедем. До Нового года приедем? Ну да. Если загрузимся, то приедем. Чисто теоретически. Да. А как оно пойдет? Там самолеты Грозный, Москва. Ладно.